Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем поединки по правилам древнего муай-тай. Бой в категории до 57 килограмм. Формула боя. 3 раунда по 3 минуты. Встречайте в синий угол десятиугольника боец из города Челябинск, Шариф Шарипов. Уважаемые друзья, ну а у нас еще один бой по правилам древнего муай-тая, по правилам тайского бокса. И боец приглашается в синий угол. Это Шариф Шарипов, боец из города Челябинска. 4 профессиональных боя он выиграл, в одном потерпел поражение, из своих 4 боев в 2 одержал победы досрочные. Буквально не так давно я его 2 месяца назад видел на одном из челябинских турниров «Адреналин», и там он очень здорово выступил по правилам тайского бокса. Поэтому вот такая вот ситуация. Вот мы видим, он двигается он к сегодняшней клетке. Ну а тренирует его и помогает ему в сегодняшнем поединке это Раял Джаниев, тренер и брат знаменитого Хаяла Джаниева, бойца из Челябинска, который нанес одно из первых поражений, можно сказать, звезде тайского бокса Буакава, а на данный момент Банчамеком Пумпарамуку. Сегодня также Хаял Джаниев присутствует в зале. Я думаю, он будет болеть за своего одноклубника, за воспитанника своего брата. Сейчас судейский корпус осмотрит бойца. И он зайдет в клетку. Уже находится в клетке Шариф Шарипов. В красный угол десятиугольника встречайте соперника из Екатеринбурга. Такир Халилов! Ну а соперником сегодня у Шарифа Шарипова будет боец из города Екатеринбурга Тагир Халилов. Бойцу 23 года. Он является воспитанником Уральской школы, а именно Екатеринбургской школы тайского бокса. Тренируется под руководством Дениса Воинова, одного из тренеров, который также помогает в подготовке Ивану Штыркову. Работает с бойцами ММА. Тренер, который воспитал большое количество бойцов, которые одерживали победы на европейских, мировых, ну и также российских, конечно, рингах тайского бокса. Часто достаточно Тагир Халилов выезжает в Таиланд. Очень много проводит времени там в тренировках. И вот буквально недавно он вернулся из Таиланда, где провел серию из 5 беспроигрышных боев. В Таиланде его весовая категория, а это, напомню, весовая категория до 57 килограммов, очень популярная. Большое количество бойцов и огромная конкуренция присутствует именно среди бойцов тайского бокса, а непосредственно среди представителей Таиланда. Вот мы видим, находится уже в клетке Тагир. Ему 19 лет, рост 171 сантиметр, вес на взвешивании 56 килограмм 950 грамм. Профессиональный рекорд, 5 боев, 4 победы, 2 нокаута, 1 поражение. Шариф Шарипов! Его соперник в красном углу, боец из города Екатеринбург. Ему 24 года, рост 172 сантиметра, вес 56 килограмм 950 грамм, профессиональный рекорд 16 боев, 12 побед, 7 нокаутом, 4 поражения, Тагир Халилов! Рефери Игорь Тамадаев. Пожали друг другу руки. Внимательно слушаем команды, соблюдаем правила. По углам разошлись.
Судьи готовы. Мы видим, нам показывают данные бойцов. Ну и у нас первый раунд. Напоминаю, формула поединка 3 раунда по 3 минуты. Несмотря на то, что гораздо опытнее, я считаю, Тагир Халилов. Но я думаю, 19-летний Шариф Шарипов приехал для того, чтобы показать бой. Он настроен. Идет пока перестрелка лоу-киками с дистанции. Хорошо сейчас хлестнул, кстати говоря, Тагир Халилов. Здесь не достал фронт-киком Шариф Шарипов. Ну, надо сказать так, после тренировочных лагерей в Таиланде очень сильно прибавил в жесткости именно Тагир. Стал гораздо акцентированнее, делать больше акцент на один мощный удар, нежели на не такой серийный, возможно, но старается вкладываться в каждый удар. Возможно, за этим и... Опа! Он пошел вперед, Тагир и пропустил, он опасный удар через руку, поднимается. Очень тяжелом состоянии сейчас находится Тагир. А времени предостаточно. А времени Шарифа еще очень предостаточно. Ну и посмотрим, как сможет восстановиться Тагир сейчас. Ему отсчитали нокдаун. Ну и сейчас пойдет, я думаю, вперед. Боец из Челябинска. Вот это как раз о чем мы и говорили, что молодой Шариф очень приехал и настроен дать бой. Ох, пропускает справа навстречу, да, сейчас. Приехал для того, чтобы он очень настроен. Я видел его на взвешивании. Вот тут немножко эмоции зашкаливают у обоих бойцов. И снова пропускает. Плывет. Тагир Халилов. Скручивание, да, но здесь... И по затылку еще заехал. Но вот это зря. Всего половина первого раунда, абсолютно верно. Но сейчас главное Тагиру Халилову прийти в себя. Да, ну тут... Да, клинчи, я думаю, клинчи здесь оправданы абсолютно. Нужно. Сейчас именно, наверное, этот момент боя проанализировать Тагиру. И опять двойка. Бывают не только картины художников, но и боевые действия. Провел скрутку сейчас Шарипов. Ну, однозначно раунд пока что за ним. Да, нокдаун, но тяжелый сейчас удар через руку попадает Тагир. Хай-кик от Тагира. Снова очень хорошая атака руками, но показывает Тагир, что в порядке, он все видит. Пришел Ох, он в себя. Какие боковые! Опять размен. Ох, вот это, ну да. Ну и клич. Падают бойцы. Очень нелегко приходится, казалось бы, фавориту Тагиру Халилову. Да, очень нелегко. Да. Настроен молодой боец. Амбициозный, голодный до побед. Ну, с другой стороны, мы получаем с вами шикарное зрелище. Но тут уже оба бойца пошли просто в размен к концу раунда. Вот такое ощущение, что... Но здесь нужно, конечно, восстановиться. Да, Тагиру Халилову есть у него время. Насколько удастся ему восстановиться после нокдауна. Но мне показалось, что вторую половину первого раунда начал восстанавливаться Тагир, приходить в себя. И так, начал выравнивать, скажем так, первый раунд. Но в любом случае, я думаю, уходит, конечно же, бойцу из Челябинска первый раунд. Шарипову однозначно. Шарипову, да. Возможно, вот, так скажем, недостаточный опыт Шарипова позволил Тагиру Халилову закончить этот раунд на своих ногах. Потому что был бы Шарипов поопытнее, он, возможно, включил бы инстинкт убийцы и не отпустил бы вот уже Тагира Халилова. Вот нокдаун. Первый нокдаун. Он единственный в первом раунде. Секунданты за пределы клетки. Капа, внимательно слушаем команды. Секунданты за пределы клетки. Капа, внимательно слушаем команды. Второй раунд. Второй раунд. Посмотрим, как за перерыв удалось восстановиться Тагиру. Смотрите, показывает хорошую скорость. Снова серийность. Мы слышали, что подсказывали в перерыве Тагиру, чтобы больше начинал работать именно локтями. Отличный лукик попадает Тагир сейчас. Вот, восстановился, мне кажется. Восстановился Тагир. Меняет стойки периодически. Начал проваливать, попадать. А вот тут отвечает боковыми Шариф Шарипов. Идет такой размен лоу-киками. Хороший бой.
Да, и такой размен, размен. Никто не хочет уступать на самом деле. Рука-нога. Очень хорошо включается, да, вот этим крестом Тагир. И вот начал он подключать локти. Ну, а именно как раз-таки большую часть локтями Тагир нанес поражение своим тайским оппонентам. В предыдущих боях очень опасно он бьет локтями, очень много он их выбрасывает. Ну, соответственно, нужно сокращать дистанцию Тагиру Халилову. Ну, а я думаю, чувствует это Шариф. Он защищается. Но да, здесь сейчас будет темп очень высокий и будет сказываться, кто насколько хорошо готов функционально именно к такому темпу. Вот, хорошие боковые, да, на отходе. Да, и на выходе попал Тагир. Опасный удар с разворота локтем бил сейчас Халилов, но защитился, вовремя подставил руку челябинец. Ой, хорошо попадает Тагир Халилов и заходит в клинч. И поднимаемся. Все, да, правильно. Рефери в клетке сегодня по тайскому боксу. Игорь Тамадаев поднимает бойцов. Снова удар с разворота. Приходится он в лоб, но очень опасно сейчас бил Тагир. Чуть-чуть ниже, и все могло выбрать. Колено. Но перехватил затем ситуацию Шариф Шарипов. Да, вот собрано. Кость в кость идет поединок. Ни один из бойцов не планирует уступать. Казалось бы, да, изначально фаворитом был Тагир, но мы видели то, что мы видели. Насколько Шариф Шарипов казался хорошим. Абсолютно верно, заряженным, да, и мотивированным. Но вот сейчас тот темп, который задает ему Тагир, пока удается выдерживать. Тагир идет вперед с ударами. Достает хай-киком соперника. Мы видим, очень активно переживают угловые тренера обоих бойцов. Хороший двойный лоу-кик, и тут же атака руками от Халилова. Размен. Прекрасный размен. Локти. Идет локтями. Обмен. Хорошие боковые со стороны Тагира Халилова. Подгонг. Бойцы оказываются в клинче, и бойцы расходятся на перерыв. Ну что ж, второй раунд, я думаю, Тагир. А вот, кстати, находится здесь и отец Тагира. Он очень переживает. Я знаю этого мужчину лично. Он всегда переживает, когда его сын выступает. И поэтому мы видим, очень сейчас в напряжении находится он. Да, но во втором раунде, я думаю, что папа порадовался за сына, потому что Тагир во втором раунде смотрелся гораздо лучше, чем в первом. На самом деле, даже сам Тагир говорил, что здесь для него будет большее давление в связи с тем, что находится его семья, его родственники, его близкие в зале. И ему будет немножко тяжелее. Да, потяжелее с точки зрения психологии, наверное. Нам показывают лучшие моменты второго раунда. Ну вот тут, кстати, опасный бэкфист пропустил навстречу Халилов, но тем не менее. Но сам, видите, при каждом удобном случае пытается нанести удар. Какое хорошее плотное колено пробил сейчас Тагир. Ну что ж, а у нас финальный и во всех отношениях решающий раунд и для Тагира Халилова, и для Шарифа Шарипова. Третий раунд. Я думаю, сейчас для обоих бойцов, как бы это ни звучало так стандартно, этот раунд будет очень решающим. Ну, о чем, собственно, я и сказал, да. Но не думаю, что будут осторожничать оба. Нет, тут, я думаю, будет бой идти кость в кость. Оба воины, оба бойцы, какой размен, левый, да, на левый. Левый на и левый. Мне показалось, оба удара попали цели. Ну, что касается Тагира, у него есть опыт таких сложных боев в Таиланде с соперниками, которые были очень неуступчивы и дрались до конца. Ну, а вот тут очень хорошо себя пока показывает, конечно же, Шариф Шарипов. Он заряжен, и несмотря на то, что так взвинтил темп во втором раунде Тагир, он старается этот темп держать. Он многие удары пропускает, но идет вперед и с огромным желанием победить. У меня только один вопрос. То, что он открыл рот, это признак чего? Я такой думаю, ничего. Любой боец дышит, и каждому удобнее по-своему. Кто-то больше дышит носом, кто-то больше дышит ртом. Главное бы это не мешало наносить и защищаться.
Не опасно ли это, когда ты пропускаешь удар, например, чистый? Коллега, тяжело сейчас об этом сказать, но вот выцеливает, мы видим, Тагир. Пытается он провести акцентированный удар. Пол раунда позади, попытка удара с развороту ногой, но не достигает она цели и больше сил потратил, наверное, сейчас боец из Челябинска. Ну, я понимаю, коллега, про что ты вел, что с открытым ртом, возможно, начал уставать боец из Челябинска, но пока каких-то таких огромных признаков усталости или замедленности он не показывает. Мы видим, пытается при каждом удобном случае нанести удар. В любом случае, третий раунд, и бойцы уже потратили очень много сил. Но я могу сказать, что неплохо защищается в этом раунде пока Тагир Халилов. Да, да, практически не пропускает. Собран, внимателен. А и попадает неплохо. Только что мы видели, да, как он поработал мидлкиками. Да, много выбрасывает ударов ногами. Хороший жесткий лоу. Да, если как раз-таки Шариф Шарипов делает больше акцент сейчас на удар руками и очень мало выбрасывает ударов ногами, то вот Тагир работает разнообразно, комбинационно. И вот тут начинает сказываться вот этот просто больший опыт проведения боев. А вот и локти, и колени вам, пожалуйста. Очень опасно оба бойца. Ох, попадание! И нокдаун уже считает Шарифу Шарипову. Да, и нокдаун. 6, 7, 8. Есть еще 10 секунд. 10 секунд, я думаю, будет стартовать. Сейчас Тагир попытается закончить досрочно. Снова локоть. Опять размен. Попал справа. И гонг. Ждем судейского решения. Ну, единственное, что неоспоримо, мы с вами посмотрели прекрасный зрелищный поединок. Был у нас нокдаун в первом раунде, побывал в нем Тагир Халилов. Но тут же включился и во втором раунде провел достаточно, мне показалось, хороший второй раунд. Ну и вот в третьем раунде сам уже отправил своего соперника в нокдаун. Вся команда сейчас Тагира выходит в клетку. Это вот мы видим и Денис Воинов, и Василий Семенов, тоже боец, который достаточно часто мы его видим на профессиональных рингах. Но Дениса Воинова мы еще увидим сегодня. Я думаю, скорее всего, возможно, в последнем бою сегодняшнего вечера. Именно к этому я и хотел подвести, да, что он... главные события, дорогие друзья. Но чуть позже об этом. Да, действительно, они заслужили аплодисменты. Прекрасный бой они показали. Единогласным решением судей победу в этом бою одерживает Тагир Халилов. Мы видим, показывают его отца, он аплодирует. Без сомнения, он переживал, конечно же, сегодня. Очень джентльменское поведение со стороны Тагира. Он понял своего соперника. Поздравляем Тагира с этой непростой, но яркой победой и уважением. Уважение Шарифу Шарипову. Этот молодой боец приехал, противостоял и показал достаточно конкурентный, очень интересный, интригующий поединок.